Продолжаем движение. Поселок, небольшой поселок Пересыпь. Довольно-таки симпатично смотрится на трассе. Постепенно небо светлеет, облака рассеиваются. Если как помнить, это датакам 6 информирует. Если маршрут начинался сегодняшний, шел, накрапывал мелкий дождь, то здесь уже более-менее ясно. Еще немножко и будет солнце. Двигаемся в сторону морского порта на паромную переправу. Интенсивность движения средняя. Так, по-моему, это уже пятница. Честно говоря, уже сбился. Не помню. Да, пятница. Грузовики двигаются из порта от паромной переправы. Картинка постепенно меняется, более такая оживленная становится, в плане красочней. Это что-то я комментирую в автомобиле, но это можно будет послушать, если кто будет просматривать полное видео без ускорения. Предстоит обработка видео Москва-Симферополь, затем полное видео Москва-Севастополь. Ну, у кого нет возможности проехать, посмотреть своими глазами, постараюсь максимально представить видео об этом крае. Главком, мой главком. Ты со мной спит, вот видишь, мама? Вот видишь? Внук проснулся, голенький, прибежал проверить дедушку. Так, зеленая трава, совсем другая картинка. В Москве снег. Ну, разметка дороги, сами видите, замечательная. И отбойники. Информации на дороге достаточно. Впереди мобильный пост ОПС, контроль разметки. Ограничение
начало 70. Машины небольшими группами двигаются в сторону порта. Поворот на волна революции, поселок. Счет проехал Россию. Такие чудные названия попадаются. Интересно. Назад возвращался на самолете, хотел заснять полное видео Симферополь, Москва, но, к сожалению, облачность, взлет и набор высоты еще можно было землю рассмотреть. А вот весь полет до Москвы и до снижения все проходило над облаками. Ну, посмотрю, может быть, размещу такое видео. Весь полет там 2 часа съемку вел, вот, но облака. Ну, посмотрю там, если более-менее интересно будет, то тоже размещу на канале. Аэропорта в Севастополе гражданского нет, поэтому пришлось добираться до Симферополя. Что, привет? Что ты смотришь? Я вот смотрю, вот видишь. Вот тоже... опять моя машина. Ну да. Да. Конечно. Зачем? Смотри. Да. Каждый это. Смотришь программу «Сын». Каждое лето смотрю про машину. Это комментатор. Ты комментатор? Нет, это... Вот это... Это твой компьютер. Вот. Почему красный и зеленый горит? И... У нас есть такая лампочка маленькая. Маленькая лампочка мигает. А? Лампочка мигает маленькая. А у тебя здесь все работает? Работает. Работает? Да. Красненькая. Это диктофон. А где зеленый у тебя там? Зеленый у тебя на игрушке. Это у тебя, у меня нету там игрушка. Не могу найти. Вот видишь, маленькая стрелочка. Стрелочка. Да. Да, конечно. Покажи, почему? Потому что ты разбудил. А ты почему нас всех поднял? Я тоже одел, вот видишь. А ты почему не одел? Движение в сторону порта. Надевать носочки? Просто хочешь с утенки посидеть? Давай вместе. Так, это что за трасса? Это подъезжаем вот там, где да, это оформляется мы подъезжаем. Да, это уже к Ильичу, что ли? Ну, к порту Кавказ? Да, но еще этот... Кавказ? Не проехали этот... А я знаю, что это. Ну, где оформлялись на паром, мы еще не доехали. Видишь, там все мы победили. Да. Да. Это вообще. К
Круто. Круто. Да. Штаны одел? А? Мама сказала бы штанов, она сказала. Мама сказала бы штанов ходи. Да. Она сказала бы штанов ходи. Ну как так можно без штанов ходить? Ну, она... потому что намочила все штаны. А мама мне не сказала одевать штаны. А я сказала, да. Она сказала, нет. А я говорю, да. Будь здоров. Отдала, папа. Так, стой, я немножко перемотаю видео. Ну, комментарий, в реально, этот реальный комментарий будет в полном видео без ускорения. Отключил. Смотрел. Видишь, там травка, поля зеленые. Посмотри, большой пал. Вот видишь, на поле. Полотно дороги сухое, асфальт чистый. Не выиграет. Да. А спортсмена спит, когда он, когда у него будет много, он не может его победить. Февраль месяц, но, наверное, уже в конце марта уже деревья будут зеленые. Совсем другая картинка мы будет. Спали. А я мог вас разбудить, а вы вставайте сразу. Севастополь. Прибыли. Уже темно было. Снять панораму города, к сожалению, не получилось. В темноте невозможно было рассмотреть серпантин вот этот и само море, к сожалению. Ну вот, приближаемся к пункту оформления переправы. Вот здесь нужно было повернуть на пункт, если не ошибся, на пункт оформления, на государственный паром. Но мы решили в этот раз посмотреть на коммерческий вариант. Ну, нас там отговорили, что паром ходит редко. Цена та же самая, что на государственный, что на коммерческий паром. Ну, вот так вот как-то. Вот, вот. Что-то прозевал. Или проехали уже поворот на... Да, проехали поворот на государственный паром. Где оформляют на государственный паром. Пост ГАИ. И двигаемся в сторону коммерческого порта, коммерческого оформления. Двигаемся в сторону оформления на коммерческий паром. Господи. Короткая остановка. Проверка автомобилей. Никаких проблем, никаких задержек.
Кто тебя обидел? Садись, посиди с дедушкой. Обидели ребенка. Как так можно? Все. Ты пожалей. Все. Вон, видишь, машины стоят. Ну, короче, пожалуй, когда машины заезжали. А там, видишь, полиция стоит. Проверяет правила дорожного движения. Полиция? Да, полиция. Но она там травкой стоит. Если кто-то там увидела, если кто-то едет быстро. Кто едет быстро, она останавливает, да. Говорит. О, видишь, полиция? Где полиция? Вот, она есть. Он проверяет документы. А где полиция машина? А где полиция машина? А бабу? А дедушка? Что? И где полиция машина? Полицейская машина. Сейчас увидишь полицейскую машину. А? Да, увидишь. Для людей? Полицейских? О, которые... видишь? Вот, что это? Полиция, да, видишь, проверяет документы. Да. Говорит, знаешь правила дорожного движения или не знаешь? Знаешь, тогда... А где преступник? Преступник? Это не ловят преступников. Она охраняет свой год и догоняет. Да. Быстро у ней, быстро, конечно, быстро у ней. Да. Да. Такие быстрые. Море. Море, видишь, вон там за деревьями. Море, там много воды, там кораблики. А покажи мне. Ну, деревья мешают, видишь? С левой стороны деревья, там море. Ну, надо их убрать, деревья. Насчитывать и убирать. И как бы видеть мой трактор. Люди. Где? Вот видишь, какое небо синее, облака. Да, и солнышко. Мы приближаемся к пункту оформления. Подожди, не мешай. Как у нас. Да, как у нас, помолчи. Приближаемся к посту, где оформляют документы на коммерческие. Видишь, ну подожди, да, я договорю потом. Мои. Хорошо. Где оформляют документы на коммерческий паром. Он несколько километров от поста ГАИ. С левой стороны по ходу движения. Движение? Да, движение. Какое? Как равномерное движение. Посмотрите. Движение разное бывает. Это бывает. Видишь? Вон море какое там слева. Ух ты, какое. Да, я вижу. Ты только мне показалось, только. Только показалось и спряталось. Да, и сама спряталась. В деревья. Да. Конечно. Там есть трактор. А я его сразу вижу. Там много тракторов. И море. И все. И упал. В море упал? Да. И упал Бог. В море купаются люди. На лодочках плавают. Вот. Совсем да. Недалеко. Но вот с левой стороны. Море. Вот это вот здание, где оформляют. Видишь, документы на коммерческий паром. Ну подожди, да я скажу. Видишь? Вижу. Авария, лужа. Где же авария? Это лужа просто. Вот. Где лужа, испортилась дорога. Тут кафе, гостиница, мотель. Там мотель. Это называется мотель? Называется мотель. Это, нет, называется кафе. В общем, я...
тоже не рекомендую оформляться на коммерческий паром, потому что... Как же... А, да? Тише, помолчи. Паром? Ну, подожди. Потому что цена одна и та же, но из-за того, что редко... Это я делюсь впечатлениями о машине об этом варианте. Нет, я молчу. Ну да, молодец, смотри, слушай. Я не могу. Цены едут. Сейчас поедем. Ой. Машины фуры поехали в морской порт, поехала, чтобы грузиться на паром. Погрузиться на паром? Ты учишься говорить? Молодец. Сейчас будем смотреть на пароме, что будет. Паром. Это большой корабль такой. Что ли, большой паром? Да. Такой большой корабль? Сейчас ты увидишь это. Возвращаемся назад для оформления на государственный паром. Теперь море с правой стороны. Вы едете, крюк. Едете. Сделали крюк. Ну, это была... экспериментальная проба. А, бабочку повезло. Это была проба, что лучше оформляться на государственном или на коммерческом пароме. Все в один голос твердят, что лучше всего на государственном. Оформление. Но очередей не было. Там предусмотрена площадка, но это все видно будет. Так что не было бы, чтобы не было толкучки и порядок, там сделали специальные такие дорожки, чтобы соблюдали очередность. Оформление происходит очень быстро. Регистрация автомобиля, оплата парома. Что-то я комментирую. Ну вот опять подъезжаем к посту ГАИ. Во время полета я вернусь к тому, когда возвращались назад. Значит, картинка интересная. Установил видеорегистратор на присоске на иллюминатор самолета. И видно, как там самолет начинает разгоняться, набирать скорость, взлетать. И как меняются цифры скорости на видеорегистраторе. Интересный момент. В момент взлета скорость движения была порядка 400 км в час. Вот, и вдруг включается видеорегистратор и объявляет ограничение. Впереди лежащий полицейский, ограничение 40. 40 или 50, уже не помню. Мы на высоте примерно километр от земли находились, скорость 400-500 километров, и вдруг вот такое предупреждение. Впереди лежачий полицейский, ограничение скорости 40 или 60 километров, 40 километров в час. Все хохотали. Ну вот, въехали на площадку оформления документов. Все происходит очень быстро. Ну, это вот повезло, видать, что ни очередей, ни
толкучки нет. Нам просто повезло. На посту оформления документов есть место для отдыха, зал такой небольшой. Там можно посидеть, покушать, перекусить, отдохнуть. Специфически такие ограниченные дорожки столбиками, чтобы люди соблюдали, водители соблюдали. Не толкались, не толкались. Правильно сделали. Когда большой поток машин, и говорят, что несколько сотен машин скапливается. Но представить, что там творится, даже не хочется представлять. После оформления документов это заняло несколько минут. Двигаемся. Оформление очень быстро. Какой-то разговор в машине. Вот на 15-м канале. Кстати, хочу предупредить заранее, что при размещении полного видео без ускорения с оригинальным аудио сопровождением очень много ненормативной лексики на 15-м канале. Дальнобойщики, водители больших грузов. Поэтому заранее предупреждаю, чтобы не попасть в неловкую ситуацию, отключите или убавьте аудио, ну, примите меры необходимые. Кстати, на причале при погрузке на паром тоже очередь была очень маленькая, буквально с десяток машин. Погрузка произошла очень быстро. Отправление было по расписанию в 12. Ну вот, снова этот пост ДПС. Но нас уже узнают и пропускают без проблем. Так, ГИБДД, двигаемся в сторону морского порта. Вот сейчас снова проедем с левой стороны. Этот будет пункт оформления коммерческого парома, оформления на коммерческий паром. И двигаемся в сторону паромной переправы. То, что можно оформиться на паром в интернете, вот таких вариантов тоже, видео о таких вариантах в интернете достаточно. Поэтому, кто впервые поедет в Крым, эту информацию можете изучить. Но я думаю так, что паромная переправа доживает последние месяцы, потому что идет интенсивное строительство моста через Керченский пролив. И должен сказать, но вы это увидите, просматривая полное видео, идет очень интенсивное строительство трассы до Симферополя и до Севастополя.
очень много строительной техники, огромные куски дороги уже построены, уже уложен асфальт. Но надо полагать, что к пуску моста через Керченский пролив трасса будет готова, построят ее, и время сократится намного. На переправу через Керченский пролив не будет влиять ни шторм, ни сильный ветер. Ну, не знаю, мост будут закрывать или нет во время сильного шторма. Но, по крайней мере, вот время сократится очень намного и будет гораздо комфортнее, гораздо удобнее. Так что те, кто пожелает испытать... Ну вот сворачиваем, если прямо двигаться, то в сторону коммерческого парома. А мы вот через переезд, повернув направо, двигаемся в сторону государственного парома. Вот те, кто хочет испытать, как экзотику, что ли, то нужно поспешить, чтобы... Я не брал ничего у тебя. Это, наверное, папа спрятал. А? Иди, папа спрятал. Фиксиков? Да, фиксиков папа спрятал. Наверное. Нет? Это тоже не фиксики. Фиксики. Это не фиксики. Это тоже. Точно не фиксики. Нет. Вот с правой стороны это море. Ты! Да я не брал. Ты не мешай мне. Видишь, дедушка рассказывал. Это монстр. Сейчас я... Ловком пришел. Вот. Дошло. Это то, что нам мои котельки, кто его брал. Катя, вот это вот старик. Да. Проезд через пункт контроля, значит, правая полоса для фур, для больших грузов. Они идут отдельной очередью. И маленькие машинки, у них отдельный досмотр, отдельная очередь. И маленькие машинки проходят очень быстро. Повторю, я уж сбился. Значит, те, кто хочет испытать прелести паромной переправы, то нужно поторопиться, поспешить, потому что после пуска моста основной поток пойдет, да не основной, наверное, а весь поток пойдет через мост. Очень быстрый досмотр, проверка документов. Полностью проверяет автомобиль. После досмотра автомобиля и короткой очереди вот идет погрузка паром. Отправляется паром по расписанию. Наш паром отправлялся в 12:05, по-моему. Паромная переправа стоит вместе с водителем 1800 рублей. Это и 150 рублей, по-моему, на водителя и 1700 на автомобиль.
Погрузка идет организованно, руководят, где припарковать, где установить автомобиль. Ну вот как-то так. Заезжаем на паром. Паром. Говорят, где поставить автомобиль. Прижимаемся вправо. Ставим на ручник. Сидеть в темноте делать нечего, поэтому припарковав автомобиль, поднимаемся на палубу, чтобы посмотреть на море. Вот я поднялся на палубу и веду съемку уже с палубы. Причаленные паромы, мелкие морские, вот что там, кораблики, буксиры, не знаю. Вот парень готовится отдать швартовые. Ждет команды. И через несколько минут мы отчалим. Вон там на горизонте полоска. Это Крым. Горы. Ветер, конечно, был, было не очень комфортно, прохладно, поэтому все, кто был на палубе и у кого были капюшоны, подняли их. Ну вот, отдал швартовые, лебедка наматывает конец, и мы отправляемся. Очень много ребят едут на заработки в Крым. В Крыму идет интенсивное строительство, требуются рабочие руки. И вот со всей территории бывшего Советского Союза люди направляются на заработки на полуостров Крым. Выходим из бухточки. Ну, паром двигается очень плавно, без резких каких-то колебаний, без резких движений. Перекрыли немножко обзор. Это морской порт. Бухту покидаем, и нас начинают сопровождать
чайки, спутницы. Море спокойное. Ну, вот, как насколько возможно, вот снимаю, чтоб можно было посмотреть тем, кто уже не будет, никогда не воспользуется паромной переправой, потому что к этому времени уже, я думаю, будет построен мост. И основная масса поедет на автомобилях по мосту. Очень много людей на палубе парома снимают на смартфоны, на камеры, панораму, вид. Вот мы двигаемся, это правая сторона по борту, а мост строят с левой стороны. Но я потом постараюсь показать, не знаю, будет видно или нет. Во-первых, очень ярко на палубе экран видеорегистратора темный, абсолютно ничего не было видно. Поэтому снимал так, от пупка, как говорится, наугад. К сожалению, вот во время переправы отключился микрофон на видеорегистраторе. И не удалось записать звук. Крик чаек, разговоры, гомон. То есть аудиоатмосферу на палубе парома записать не удалось. Ну, там, наверное, бы и не получилось, потому что ветер задувал бы микрофон, и был бы только шум какой-то. Ну, вот. И ребята, кто отправляется в Крым на заработки. Веселые, радостные. Тоже, по всей вероятности, впервые оказывается в такой обстановке на пароме через Керченский пролив. Для многих это, ну, наверное, для всех из них, гастарбайтеров, впервые. Многие так и норовят заглянуть в видеокамеру. Да не вопрос. Мне не жалко. Вот она палуба. Сиденье. Ну, сиденье влажное. Поэтому садиться там было. Вот я перешел на левый борт, чтобы показать арку моста. Но более глазастые, наверное, разглядят на горизонте. Но ближе будем подходить. Еще раз вернусь на это место. В общем, там вот на горизонте строится мост через Керченский пролив, который соединит два берега России и Крыма. Нет, не могу разглядеть. Но это порт на стороне Крыма. Кстати, в Крыму со всех регионов России и стран СНГ, Белоруссия, Узбекистан, Киргизия, Казахстан, весь Кавказ
все представлены своими автомобилями в Крыму. Со всех регионов. С Украины есть автомобили. С Молдавии, с Европы. Ну, в общем, весь спектр номеров я в Крыму видел. Очень много иностранцев. Слышно иностранная речь там, то турецкий, по-моему, турецкий язык, английский, французский. Вот те языки, которые, ну, насчет турецкого я так примерно говорю. А вот французский, английский, очень много я слышал голосов. Ну вот полным ходом паром. Скорость, сами видите, какая, наблюдаете. Приближаемся, двигаемся в сторону порта на берегу полуострова Крым. Вот еще раз иду на левый борт. Более глазастые смогут рассмотреть. Я, например, не вижу. Почему хотел воспользоваться? Хотели воспользоваться коммерческим паромом. Потому что я слышал, что он проходит вблизи моста. Но не судьба, видать. Вот это тот период, когда Крым соединяется с Россией посредством паромной переправы. Ну вот вроде бы летом будет пробный проезд. Вот гастарбайтеры, ребята, на работу собрались. А уже к концу года вроде бы будет пущена и железнодорожная переправа по мосту, и автомобильная. Вот сейчас начнется интересный момент. Показали ребятам, как кормить чаек. Это вызвало у них большой интерес. Все кинулись кормить этих спутников парома. Ну, чуть попозже, наверное, будет. Вообще интересно наблюдать за этой картиной. Чайки летят рядом с одинаковой скоростью. Бросаешь хлеб, они на лету ловят его. Целая стая движется чаек. Крики, как чайки кричат между собой на своем языке, там чем-то напоминает хохот. Такой хохот, как будто бы издеваются. Есть, конечно, своя прелесть в паромной переправе. Для туристов, например, которые никуда не спешат, а путешествуют самоходом, это будет... Вот своеобразным таки, своеобразной фишкой. Одно дело, конечно, проехать по мосту. Это никто с этим не спорит. Быстро и без задержек. И совсем другое дело переправляться на пароме. Все-таки паромная переправа, я думаю, будет существовать, будет жить, никуда она не денется. Только будет... включена в маршрут для автотуристов.
для автопутешественников, которым некуда спешить. Нас заглядывают в камеру, попадают в историю. Вот появились чайки. Вот летят на такой же скорости, выпрашивают, клянчат подкормку. Сейчас идет поиск хлеба, где взять хлеб. Ну, я тоже не знал, знал бы, конечно, тоже бы взял с собой батон, пару батонов хлеба. Но сейчас сказали ребятам из Узбекистана, что вот начали искать хлеб, лепешки. Вот он, организатор проекта «Видео дорог России». Вот я отхожу подальше, чтобы с панорамы снимать, как будут кормить. Вот уже начинают бросать хлеб, вот чайки начинают ловить. Всех увлекла процедура кормежки чаек. Я думаю, все запасы лепешек, которые были у ребят, они израсходовали, чтобы кормить. И вот чайки ловят на ходу. Ловко-то главное. Вот так вот. Видно, как кусочки хлеба летят, и они их подхватывают. Сейчас все начнут гомон чаек такой. Всем интересно бросить хлеба. Ну и для людей развлечение, он нагинается, достает свои запасы. И сейчас начнется. Ругаются чайки между собой. Вот. Собралась довольно-таки приличная стая. И большие, и маленькие. Ругаются между собой. Но они уже привыкли, видать, во время летней переправы, когда тепло, много людей собирается на борту, туристов. И вот... подкармливают птичек. Птички это помнят, знают это. Ну, часть людей вышла на открытую палубу. Но много людей все-таки прохладно сидели в помещении, в каюте. Каюта или как там назвать? Снимают на смартфоны. Вот так вот. Чайки подлетают, берут даже из рук. И людям в радость, и чайкам пропитание.
Вот впереди уже причал на берегу полуострова Крым. Крымчане ждут гостей, туристов. Вот она, палуба. Небольшая группа людей на палубе, но основная масса это внутри помещения. Хоть температура плюс 8, но прохладно. Вот приближаемся к причалу. Паромы курсируют довольно часто. Ну, как часто, я не знаю, паром минут за 40, за час один паром. Там есть расписание тоже в зависимости от наплыва людей, от количества. Пустой-то он, наверное, не поплывет, не знаю. Ну, такая примерно ситуация. Вот момент причала. Коснется берега. Контейнеровозы. А, нет, это этот железнодорожный паром. Вагоны. Я думал, контейнеры. Целый состав загоняют на паром. Ну, я думаю, люди без работы не останутся. Работа им будет немерена. Ну вот, все уже убежали, торопятся к выходу. Но мне спешить некуда, нам спешить некуда, потому что там очередь. И пока все впереди стоящие автомобили не покинут трюм, мы будем, значит, или нижняя палуба, как правильно. Если я что-то называю неправильно, я не мореман, поэтому не судите строго. Я как сухопутный человек. Поэтому использую сухопутные термины. Ну вот, спускаемся в трюм к автомобилю. Дождался своей очереди, дождались своей очереди и покидаем паром. Говорим парому и ребятам спасибо, удачи, благодарим их, кто мысленно, кто рукой махнет. Все, мы на полуострове Крым. Это порт, морской порт на берегу Крыма. Ну, сейчас двинемся в город Керчь. Он недалеко здесь, несколько километров. И на этом вторую серию я закончу. Видео, фрагмент. Кто пожелает посмотреть полное видео, я размещу на этом же канале, оно будет ускорено в 2 раза с моими комментариями вот такими на диктофон. Ну а те, кто пожелает посмотреть оригинал в реальном
времени и с оригинальным комментарием, то есть то, что говорил в салоне автомобиля и записывал на видеорегистратор, а также разговоры дальнобойщиков на 15-м канале. Ну, те могут на моем аккаунте «Видеодорог 2» посмотреть это в полном объеме. Повторю, что там видео будет без ускорения. Ну, такое документальное кино. Документальное кино о трассах России. Так, от порта двигаемся в сторону, не в сторону, а в Керчь, в город Керчь. На этом будет фрагмент закончен. И начну по мере времени крайне не хватает в обрез, поэтому буду по мере возможности начну размещать видео в ускоренном режиме, ускоренном в два раза от Москвы до Симферополя. В первой серии будет весь трек от Москвы до Симферополя. В последующем каждая серия будет повторяться треком этой серии, ну, такими короткими треками, чтобы на карте могли сориентироваться, где находится. Это видео ускоренное в два раза предназначено для тех, кто собирается в поездку и своими глазами увидит реальную картинку. И нуждается только в информации о трассе, только в информации об инфраструктуре, заправках, состоянии дорожного полотна по трассе М4 Дон, ну и другие там варианты будут до Краснодара. А не доезжать до Краснодара уже будет как бы альтернативный вариант. Он короче, чем через Краснодар. Но, к сожалению, он проходил в темное время. Но это для любителей езды в ночное время. Будет, наверное, интересно. Затем, опять-таки, в ускоренном режиме будет полное видео о маршруте Москва-Севастополь. После того, как будет размещено в ускоренном варианте оба этих маршрута на аккаунте «Видеодорог 2», это видео будет для тех, кто, ну, просто хочет посмотреть, полюбоваться природой, красотой, ну, и посмотреть на Россию из окна автомобиля. Вот с левой стороны там мелькает море. Ну а мы двигаемся в Керчь. Дорога проходит через небольшие поселки. Название можете посмотреть по треку. Или же остановить видео, посмотреть дорожный указатель. Расстояние между городами небольшое. От Керчи до Симферополя, от Симферополя до Феодосии и далее до Севастополя.
небольшие участки. Достаточно хорошо организован общественный транспорт, такси, маршрутки, автобусы, железнодорожные сообщения. Но я вот не знаю, от порта до Керчи есть поезд или нет, это сказать не могу. Ну вот, пожалуйста, тут совсем другая погода, сухо, снегом и не пахнет. Конечно, когда будет переправа по мосту и построена дорога, то, конечно, интенсивность движения кратно вырастет. Но еще нужно учитывать то, что двигаемся пятница. Да, пятница. Кстати, открытие Олимпиады сегодня в этот день, но я это не видел. Открытие Олимпиады прозевало. Пожелаем удачи нашей сборной. Очень несправедливо с ней обошлись. Но это пусть на совести организаторов. Он пригород Керчи. Керчь. Сейчас ищем место, автомойку, чтобы убрать дорожную грязь с автомобиля. Да, дороги тут после зимы вот, требуют уборки, конечно. Нужно помыть дороги, и город преобразится. Бензин дорогой в Крыму. Бензин дорогой, как в Ростовской области, в Краснодаре бензин дешевле, не намного, но где-то на рубль, по-моему, дешевле, 92-й. В Краснодаре можете залить в полные баки, ну, каждый решает сам. В Керчи, в Симферополе и в Севастополе бензин дорогой. Но если будет налажена переправа, вот это на по мосту, то я думаю, цены на бензин упадут. Это город Керчь, славный город Керчь. Да, нужно город приводить в порядок и разметку обновить, и дороги помыть. Вот по этой причине в Крым и направляются ребята на заработки. Так, заехали на автомойку, помыли автомобиль, чтобы можно было передать его в надлежащем виде, чистенький, чтобы можно было рассмотреть, есть ли повреждения или нет. С
скорость на дисплее начинается от 10 километров. Вот такая отсечка у меня, такая настройка. Приближаемся к финишу фрагмента. То есть осталось совсем немного времени, чтобы закончить вторую серию. Всю необходимую информацию я сообщил в комментариях во второй серии. Головком ломится. Угощайся. Спасибо большое. Кормилец по улицам города Керчь. Тихий, спокойный город. Мне понравился. Мне и Керчь понравилась. Город Керчь понравился. И Симферополь, и Севастополь. Доброжелательное отношение людей. Спокойствие. В других городах не останавливались, с людьми не общался. Ну а там, где пришлось, вот травка зеленая. Да, совсем другой будет вид у Крыма. Это, наверное, в апреле уже, в мае месяце, когда все пышным, буйным покроется. Растительность цветом. Ну и естественно, я убежден, что необычайно красиво и осенью, в осенний период. Из домов, стоящих вот на берегу, открывается великолепный вид на порт, на море. Интенсивность движения средняя, и пробки встречаются. Кстати, вот в этом маршруте Москва-Севастополь, в Севастополе попали. А, нет, в Симферополе попали. И в Симферополе в пробку попали, и, короче, в Севастополе тоже пробки есть. Но пятница. Пятница. Проблема пятница. Thank you.
хорошая машинка, Datacam 6, я имею в виду видеорегистратор. Он и подсказывает, и напоминает, максимально приближен к водителям. Постоянно обновляется база данных. Ну вот незадача в том, что при смене источника питания, уже в центре, вот, например, почему у меня на высится и многоэтажки, этот автоматически отключался микрофон, я не знаю. Может, настройки повторю, неправильно выставил. Со всех регионов России, ну бог с ним, Советского Союза, союзных республик бывших, из Европы. Я видел здесь номера автомобилей. Впереди плохая дорога. Ограничение 30. Осторожно, дети. Ограничение 60. Ну, в незнакомых городах нужно быть крайне внимательным дорожным знаком. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 60. Я думаю, к лету город преобразится. Ну вот, мы прибыли к месту передачи автомобиля. Сейчас подойдет хозяин. Ну, а я на этом заканчиваю комментировать вторую серию, заключительную серию фрагмента «Москва, Севастополь». Всем всего доброго. До новых встреч.